потому що це саме, щось я не розумію. Де народ? Хто дежурний? Ні, ні, виключи. Так що, бежать? Добре, починаємо. Слава Україні! Ну, я хочу своїми двома думками поділитися. Перша пов'язана з трьохмісячним і вже четвертий місяць пішов стоянням нашим під Верховною зрадою нашого рухової зони. Ну, перша така думка у мене наступна. Я дуже зворушений, як наші шоколадні, ясновельможні можновладці люблять своїх дітей. Вони не тільки їх не відправляють на фронт боронити державу від москалів, а й навіть не направляють їх у отряди беркутів, які повинні захищати їхні статки тут, у тилу. Ну, виходить, що їх логіка достатньо проста. Хай і на фронті, і в тилу захищають їх прості українські хлопці, набрані з простих українських сімей. Їх вони прикормили за шоколадку, і хай вони б'ють простих українських людей. Ну і у відповідь отримують по голові від розгніваних ветеранів війни. І друга моя думка пов'язана з нещодавним спаленням нами москальського триколора. І нападом відповідних беркутів, коли ця акція проходило. Виходить, що на наших можновладців, як червона ганчірка на бика, діє, по-перше, це перший символ, це запалені шини. Виходить, що палити шини можна тільки тоді, коли в результаті приходять до влади ті, що прийшли. І другий символ, це москальський триколор. І його недоторканність тут, в Україні. Бо я так розумію, Путін не вибачить їм, що його прапор палять. І відповідно може змінити одного свого ставленика на іншого, який якраз і забезпечить як недоторканність цього триколора, навіть у тому випадку, коли десятки тисяч українців загинуть під москальськими градами. Ну і наостаннє, в мене є така пропозиція, я її зараз озвучу, і якщо вона сподобається, прошу фейсбучну спільноту її підтримати. Всі ми знаємо, що назва Росія десь з'явилася під час правління Петра І. До цього це була Московія. І я пропоную, щоб в Україні законодавчо закріпили цю назву за нинішній Російською Федерацією. От. І це буде нормально, політкоректно, бо фіни ж не ображаються на нас, що ми називаємо їхню країну Фінляндія, хоча їхня країна називається Суомі. Так, як і німці не ображаються на нас, що ми їх називаємо, ну, їхню країну називаємо Німеччиною, а вони самі себе називають Дойчленд. Тому от такі мої думки. Дякую за увагу. Слава Україні! Хто хоче? Добрий вечір, друзі. В ці дні ми згадуємо героїчний подвиг захисників Донецького аеропорту. Прошу вшанувати хвилини мовчання наших кіборгів.
Захисникам Донецького аеропорту тричі! Зрадникам української нації, ворогам тричі! Смерть! 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 Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір. Мабуть, мене вже бачили. Я хочу сказати, що 16 січня відбулася ще одна подія. Тут біля нас був організований прийом у Маріїнському палаці. Як мені сподобався один пост, що ми не народ, к сожалению, а більш населення. Тому що лайкнули фотографію Геращенка, Луценка, ну там четверки так званої, которая была на этом приеме иностранных послов, включая, вы, наверное, видели тут кучу машин, ну, извините за кучу, много машин, которые фактически представительского класса, которые здесь из-за этого и было столько работников так называемых правоохранительных органов. Хотя фактически это уже не правоохранительный орган. Извините меня, но случай с НАБУ, я имею в виду обыск у сына Авакова, показал, что это за наши деньги частная армия Авакова. По-другому я ее назвать не могу. Мне этот, к сожалению, вот эта обстановка очень сильно напомнила так называемый пир во время чумы. Я думаю, этот выслів чули багато хто. А це історична подія, коли це був останній пір тих, хто пірував во время чуми. А у нас практично кожного дня гибнуть хлопці, поранені, вбиті. А кто-то жирует, и мы это видим как по, скажем так, общему життя по-новому, когда есть такой плакат, когда уже носки и те дырявые. Мы видим, как сколько в переходах фактически бомжей, сколько людей копаются в мусорниках, а кто-то жирует. Я хочу сказать, что Украина, наверное, самая не только по многим показателям государство, которое находится в рейтинге в самом низу, в плохом смысле этого слова, но и у нас самый большой государственный аппарат, который только может быть. Самая большая нагрузка на бюджет. Это при том, что фактически так называемая минимальная зарплата, которая хвастается, это организованная преступная группировка, просто что она государственная еще, можно добавить. Фактически это самая, ну, одна из самых низких зарплат, а нагрузка на бюджет такая, что за счет содержания вот этих вот зданий, вот этих гостиниц, вот этого всего так называемого правительственного квартала в том числе, а представьте, сколько еще других зданий, министерств, на которые тратятся, обслуживаются, вытрачаются. И фактически бюджет 2018 года нам показал, что мы не воюющее государство, а полицейское. Потому что затраты на правоохранительные органы, те, что передбачены, были закладены в цей бюджет, це фактично в більшій частині це на утримання правоохоронної так званої системи, правоохоронної так званої. Вони не виконують свої функції абсолютно. Зараз, к сожалению, кожен гражданин не має защити від правоохоронних органів. Це я вам говорю як адвокат. Все, у мене все. Слава Україні! Так, хлопці, в двох словах по сьогоднішньому закону. В грудні 2014 года, когда добровольческие батальоны заблокировали конвой Ахметова, это тогда была первая еще попытка блокады, после которого отпустили 117, поменяли через неделю 117 наших хлопцев. Мы ехали назад, я, Егор Соболев, Тарас Пастух, Вова Поросюк, и тогда решили вносить законопроект про визнання цих територій Донецької, Луганської області тимчасово окупованих. Чому раніше ми це не робили? Тому що ну, ми, як і всі ви, йшли на фронт, щоб освобождати свої території. А пан Порошенко почав вдруг миритися, потім ще сильніше миритися. І тому потрібно було цю ситуацію якось временно закріпити, щоб прекратити контрабанду, щоб прекратити той безпреділ, що там є. Тимчасово окупованої території. І на початку 2015 року ми
цей законопроект внесли до Верховної Ради. 15-й рік, 16-й, 17-й, наш законопроект, який називав Росію агресором, війну війною, забороняв любую торгівлю з окупантами, забороняв амністію для убійць наших військових, забороняв вибори, поки ми не звільнимо нашу територію, не розглядався, просто не вносився в зал. В 17-му году, когда мы все долбанули очень сильно Лолиту и компанию на блокаде, сделали две вещи. Первое, закрепили блокаду указом президента, то есть были вынуждены пойти на наши требования под разными предлогами, что типа это там не потому, что торговать это плохо, по другим причинам, но заборона Е. И второе, в течение года начали понимать Порошенко, его присные, что необходимо все-таки признавать Россию агрессором, потому что зреет очень серьезное возмущение в народе. И вот эти наши требования, признать Россию страной-агрессором, назвать оккупантов оккупантами, территорию оккупированной, оккупированной территорией, коллаборационистов коллаборационистами, администрации оккупационной администрациями, внесли сегодня тот закон, который приняли. Это та часть, которая с нашего закона есть. Закон сегодня принимали не наш. Наш закон прокатили несколько месяцев назад. Принимали закон президентский, туда эти нормы перекочевали. Также там есть плюс то, что все-таки робко, не очень так по-трусливому, но все-таки внесена дата начала оккупации в преамбулу закона. И ссылка на закон про Крым, где и Крым, и Донбасс не разделены. То есть названы территориями, которые мы будем освобождать. Позитивом также является то, что мы все теперь можем распечатать список людей, голосовавших против разрыва дипломатических отношений с Россией, против разрыва договора о дружбе и сотрудничестве, против того, чтобы назвать ЛНР-ДНР террористическими организациями, хотя все это время нам рассказывали, что это террористы. Можно просто не загрязнять свои мозги выступлениями по телевизору, фейсбуком, всякими говно-ньюсами, а просто иметь перед глазами этот список. Потому что депутат, он только в двух вещах реально проявляет себя. Первое, свое имущество, можно ознакомиться по декларации. И второе, его голосование. Поэтому это важно. 280 голосов отдали за этот закон Верховная Рада. И не голосовал только ОПО-блок, народный депутат, бывший комбат Айдара Мельничук, а также ряд других людей. Уже высказался Медведчук против этого, высказались масса так званых вот этих ЛНРов и ДНРов. С сегодняшнего дня это уже оккупационная администрация, против они высказались. Я не в восторге от этого закона. Я считаю, что там очень все половинчато, трусливо. И четвертый год войны — это не повод гордиться, это все нужно было сделать сразу же на первый месяц. Но давайте уже немножко помудреем и будем измерять результаты. На пользу это Украины или нет? Это маленький, слабый, но шаг на пользу. Будем дальше давить. Я считаю, что радоваться, гордиться нечем, но та часть закона и реакция России, то, что мы видели сегодня, это на пользу Украине. Что касается отрицательных минусов закона, они тоже есть. Есть фейки, что якобы он разрешает торговлю с оккупантами, это неправда. Торговля с оккупантами как была, так и продолжает быть забороненной указом президента. Ну, если разрешат, я думаю, мы это очень быстро пресечем снова. Второе, он не освобождает Порошенко ни от какой ответственности, поскольку его обязанности вводить военное положение, отвечать за страну как верховный главнокомандующий, это нормы Конституции, и закон Конституцию не отменяет. Ну и там особых каких-то полномочий, как там пишут, с войсками народ разгонять. На самом деле, дело не в том, есть ли полномочия или нет, а дело в том, кто представляет народ. И дело в том, что за войска. Я абсолютно уверен, что наши хлопцы абсолютно нормальные, адекватные люди. Они идут защищать нас от ворога, и никаким боком, никакой силой их не загонишь кого-то разгонять. Поэтому будем над этим законом работать. Понятно, что ничего хорошего максимально больше, чем выжили сейчас от этой Верховной Рады, добиться было нельзя. Это вкратце информация. Второе. Да, мы стоим тут уже более 3 месяцев. Но давайте воспринимать это не как стояние. Мы заняли плацдарм. Вы здесь наиболее активная часть народа. Та часть, которая не разочаровалась,
не уехала в Польшу, не скурвилась, не опустила руки, не спилась. И нам нужно время, чтобы подтянулись основные силы. Это если образно. Нет тут миллионов народу, и вы это знаете, были десятки тысяч. Наша задача, кроме разбудить народ, создать альтернативную систему. Кто будет руководить страной? Кому мы передадим власть? Другому задницы на золотом унитазе? Поэтому очень важно, чтобы эту власть брали патриоты. На все это требуется время. Поэтому мы плацдарм заняли. И дальше у нас есть четкий план на этот год, который мы вместе с вами будем осуществлять. Кто завтра идет на Днепр? Во сколько? С утра? Так, хочу сказать, что все желающие охладиться завтра вместе с хлопцами с Донбасса, с инших бойових підрозділів, з активістів, волонтерів. Приходите сюда, во сколько? В 7 утра будь уже здесь, при себе иметь плавки, хорошее настроение, в здоровом теле, здоровый дух, это понятно. Слава Украине! Героям слава!